Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляю вас, христиане, с сегодняшним днем. 40 дней по Рождестве празднуется Сретение. Народ считает, что это встреча зимы с весной, и погода на это намекает. Но это Сретение значит встреча. Но, конечно, не зимы с весной, а ветхого и нового, старого и нового. В лице старозаветных праведников древний мир повстречался с Иисусом в храме Божием. Там был Симеон, праведник, Анна, старушка, которая 7 лет пожила с мужем от своего девства, а потом овдовела, и уже ей было 84 года на момент того, как она встретила Христа, и она все свои годы, учитывая, что женились рано, выходили замуж, 13, 14 лет, 15 лет, это уже совершенно крайний срок, может, стандартный выхода замуж, поэтому ей лет 22-23 было, когда она овдовела. И вот уже было 84 ей, эта праведная вдовица лет 60 прожила в храме Божием молитвой и постом, служа Богу, и удостоилась видеть маленького Иисуса. Значит, как вы понимаете, маленький Иисус чудес не творил. И для того, чтобы его узнать, нужно прямое внушение Духа Божия. Что, например, если бы Симеон дожил до крещения на Иордане и видел бы Иисуса, погружающегося в воду, разверстое небо, Духа, как голубь сходящий, голос Отца Небесного, тогда было бы как бы, ну, понятно, познал Господа. Если бы Симеон и Анна видели Иисуса Христа взрослым, когда Он поднимал мертвых, когда Он умножал людям хлебы, 5000 людей было, и 5 хлебов всего ячменных. Он накормил всех, еще куски остались. Если бы он это видел, то тогда, да, понятно, познал Господа, узнал, увидел. Но он узнал Господа лучше. Он узнал его тогда, когда Господь чудес не творил. Он был маленький и беспомощный. Свое первое чудо Христос совершил в 30-летнем возрасте на свадьбе, на браке в Кане Галилейской, притворив воду в вино. До этого времени Христос чудес не совершал. И уверовать в Иисуса Христа до 30-летнего возраста его могли очень немногие люди. Для этого нужно было быть начитанным в законе и пророках и иметь чистое сердце, чтобы Бог тебе внушил, сказал, подсказал, что это Господь. Потом уже Христос говорил, что если вы словам моим не верите, то делам моим веруете, потому что таких дел, которые творил Христос, не совершил никто и никогда, и не совершит. Апостол Иоанн пишет, что весь мир бы, если бы записывать подробно, то книг было бы столько, что мир бы мы их не мог бы вместить. Из всех великих пророков, там, например, Илья или Елисей, чудес у них было, чудес, то великих дел, они воскрешали мертвых, они разделяли воды Иордана, но в любом случае у любого из нас хватит пальцев на двух руках, чтобы посчитать все чудеса Елисея, все чудеса Ильи. И даже для Моисеевых чудес у нас хватит пальцев. А Христос совершал постоянно безмерное море славных дел, неподражаемых. И люди веровали в Него. И Он даже с упреком им говорил, что если чудес не увидите, не будете веровать. Люди чудо хотят. А вот Симеон чем велик, что он узнал младенца Иисуса, еще маленький ребенок 40-дневный. Вы видели наверняка, многие из вас живут в многодетных семьях, и у вас уже в вашем возрасте вы видали, как мама с роддома приносила очередного вашего братика или сестричку. Видите, какой маленький ребенок. Как можно уверовать, что этот человек, маленький человечек, что он свет в откровении языков, то есть это свет, который откроет глаза всем язычникам, и что этот маленький ребенок – это слава людей своих, Израиля. Это вообще совершенно невозможно, если бы Дух Божий не сказал этого Симеону. Вот и мне бы хотелось, дорогие друзья мои, младшие, старшие и равные со мною возрастом, чтобы мы с вами веровали не от чудес, и не от грозных знамений, и не от беды, и не от болезни, а просто потому, что у нас человеческое сердце. Иван Андреевич Крылов, наш известный баснописец, наш дедушка Крылов, сказал такие слова интересные. «Чтобы Бога знать, быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить Его, довольно сердце одного». Если ты человек, и у тебя человеческое сердце, человеческая совесть, человеческий ум, то ты должен на каком-то этапе жизни познать, что есть владыка всей вселенной.
у этого стройного, сложного, жутко красивого и очень сложного мира есть свой Создатель, Творец его законов. И Он любит человека, и Он близок к нам, и Он хочет жить с нами в союзе, и нужно найти Его и поклоняться Ему. Для этого нужно иметь просто человеческое сердце, и просто человеческий ум, и просто человеческую совесть. Поверьте мне, чего я вам не желаю, себе не желаю этого и вам не желаю, что если Бог начнет нас карать настоящими болезнями и эпидемиями, так что трупы будут лежать на улице, и люди не смогут просто похоронить их, просто рук у живых не хватает, чтобы похоронить всех умерших, как это бывало в истории, когда как помет лежат на земле покойники, и люди просто не успевают их хоронить, когда мертвых больше, чем живых. Вот тогда мы уверуем. Ух, тогда мы будем молиться. Мы тогда будем не просто молиться, мы будем орать на небо. Господи, помоги, Боже, не оставь, Боже, исцели, Боже, защити. Но я этого не хочу. Если будет война, серьезная война, такая, что и бомбоубежище тебя не спрячет от всего того, что с воздуха летит, мы там в бомбоубежище, если добежим до него, будем молиться, ух, как мы будем молиться, там в бомбоубежище, в последние минуты перед смертью. Но я бы не хотел, чтобы мы вот так начали молиться. Если у нас какая-нибудь боль наше сердце пронзит, нас предаст друг, у нас умрет родственник, на нас восстанут все друзья, там нас оклеветают в соцсетях в этих, безумных соцсетях, к которым вы все вы маниакально привязаны. Вы уже сегодня необследованные больные. Вы маниакально привязаны почти все к социальным сетям, гаджетам и прочему, прочему. Это болезнь, это духовная зависимость. И вдруг вас кто-нибудь возьмет на зуб в этих соцсетях и начнет вас хейтить, начнет на вас лить всякие помои, обзывать вас. И вдруг почему-то вы эту ленту начнете читать, а там гадость за гадостью, и все на вас, и все на вас, и все на вас. Вот тогда вам будет больно, плакать будете и будете молиться. Да что ж такое, Боже, да защитишь ты меня, да что ж такое происходит, я же никому ничего плохого не сделал, за что на меня так? Так вот, если беда придет, настоящая беда, и возьмет вас или за шкварки, вот здесь, за шкирку, или за горло, вот здесь, или как-нибудь еще возьмет вас за ребро, и начнет вас тормошить, беда настоящая, ох, вы будете молиться, ох, я посмотрю на вас, какие вы будете богомольцы в то время. Начнете орать и плакать, а что почитать, а кому помолиться, а куда бежать, к Матроне бежать, или к Сергию ехать, или к Серафиму ехать, куда бежать, что делать, что, когда, как молиться. Но я бы не хотел, чтобы вы были такие молитвенники, чтобы вы начинали молиться только после беды, только после стыда, только после боли, только после предательства, только во время войны и только во время эпидемии. Не надо таких молитвенников, Богу такие молитвенники в принципе даже и не нужны. Богу нужны молитвенники в тихие, сытые, хорошие времена. Солнце светит, бомбардировщики над нами не летают. Аллилуйя. Хлеб на столе есть, голода нет. Аллилуйя. Мертвые на улице не лежат. Нет таких эпидемий, чтобы мы не успевали мертвых хоронить. Нету такого. Страхи всякие нагнетаются по телевизору, а в принципе ничего ужасного нету. Все живы, по-моему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И не боимся ничего. И причащаемся, и все. Поэтому нету беды. Вот в это тихое время и нужно иметь совесть. В это тихое время нужно иметь разум. В это тихое время нужно иметь человеческую душу. Не душу свиньи или кабана дикого, или душу там какого-нибудь там быка разъяренного, а душу человека. Человеческая душа хочет Господа. Вот Симеон узнал Иисуса маленьким, без чудес, без славных дел. Просто у него совесть была чистая. Это был старик, который имел Духа Божьего. И Бог ему сказал, ты не умрешь, пока не увидишь. Это было самое главное желание всех праведников Ветхого Завета. В книге Иова, глава 19, там пишется, Иов говорит, «Я верю, Искупитель мой жив. Он в последний день восстановит мою распадающуюся кожу. И я увижу его во плоти. Мои глаза, не глаза другого, увидят моего Искупителя». То есть все праведники Старого Завета хотели собственными глазами увидать Спасителя. И многим это не было дано. Они умирали, говорят, ну что, пришел, не пришел. И они умирали со скорбью. А Симеону сам Бог сказал, не умрешь, пока не увидишь. И он увидал Иисуса маленького и взял его на руки. А там в храме было Иерусалимском постоянно полно народа. Иерусалимский храм же был один. На весь еврейский народ один храм. И другого быть не может, и не должно быть. И только в одном месте должен быть храм. На той горе, на которой Авраам приносил жертву Исаака. Только здесь, только один.
И весь народ приходил в храм каждый день, утром, вечером, несли младенцев на благословение, несли жертвы на обеты, несли молитвы свои, несли... Там постоянно было много людей. И Симеон, когда зашел в храм, там была куча разного народа, и старых, и молодых, и женщин с младенцами. И он тут же безошибочно подошел к Марии и взял этого сладкого этого Иисуса на руки и сказал Богу, по сути, своими словами сказал, говорит, спасибо, теперь можно умирать. Говорит, ныне отпущаешь, раба твоего владыка. То есть мы в лице Симеона имеем впервые в истории мира, имеем благодарственную молитву человека, жизнь которого закончилась. Если кто-нибудь будет, не дай Бог, болен к смерти, надо пойти и быть возле него. Так говорят святые отцы, преподобные монахи, пустынники. Если ты, например, слышишь, там, умирает друг мой, умирает брат мой. Но если сродники умирают, здесь даже говорить не о чем, все равно мы будем там рядом. Говорит, нужно идти и быть с ним, псалмы читать, держать его за руку, утешать его, молиться за него, плакать вместе с ним. Когда на твоих глазах умрет человек, ты вместе с ним поменяешься, ты уже не будешь другим. Если таинство смерти совершится на твоих глазах, это так тебя проберет до самых костей, что ты не сможешь в этот вечер ни футбол смотреть, ни музыку слушать. Это будет наполнять твою душу и страхом, и надеждой, и ужасом духовным. Оно будет тебя сотрясать до глубины души. Это очень великая вещь. Смерть – это великое таинство. Люди панически боятся ее. И я боюсь, я грешник. И вы боитесь, вы еще не знаете, что это такое. Она еще никому не дышала из нас в лицо по-настоящему. Может быть, кому-то где-то опасность там лизнула его, так вот, как котенок такой, значит, ты почувствовал, что сейчас могла бы быть смерть, но не было, слава Богу. Смерть – великое таинство. Люди боятся ее панически. И духовные люди, якобы духовные, тоже боятся ее. Боятся умирать люди, потому что в них совесть нечиста, и веры в них нету. А Симеон – это блаженный старик, который имел чистую совесть, Духа Божьего имел в себе и хотел умереть. И когда взял маленького Иисуса на руки, сказал Отцу Небесному, «Сегодня, то есть ныне отпускаешь меня, Владыка». Как ты сам сказал, по твоему глаголу, с миром. Потому что видели глаза мои, видели очи мои, спасение твое, вот этого маленького ребенка, которого ты приготовил пред лицом всех людей. Свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля. Он еще поговорил с мамой Иисусовой, с Девой Марией, сказал ей, что у нее будет большая беда впереди, что ей душу пробьет оружие. Потому что когда Мария рожала Иисуса, она рожала его без боли. Ей не было больно, она не мучилась, не кричала, как обычная женщина. Она родила его спокойно, потому что зачала его без семени и без страсти, без мужа. И она Дева Святая и в Рождестве, и по Рождестве. Но ей нужно было тоже мучиться. И мука ее настигнет, когда Христа разопнут. Когда Иисуса повесят, прибьют гвоздями к дереву и поднимут его над всей вселенной, чтобы все его видели со всех сторон. Она в это время почувствует страшные боли, несопоставимые со всеми болями человеческими. В это время душу ей пронзит оружие. И Симеон ей заранее об этом сказал. Тебе самой душу пройдет оружие. И сказал ей, откроются тебе помышления многих сердец. То есть Дева Мария после Бога единственная, кто может знать сердца человеческие и видеть, читать в наших сердцах, как в книжке. Потому что никто не знает, что в сердце человеческом. Человек может улыбаться, а в душе иметь злобу. Человек может быть там что-то одно, там, а внутри другое. Мы не знаем. И ангелы не знают. А Бог знает, и Дева Мария знает. Вот Симеон предсказал ей это, а потом пошел из храма на улицу, пошел умирать. Пошел без страха умирать, пошел с радостью умирать. Он дождался своего дня. Если он имеет веру, и если Бог с ним, и если он видел Христа Спасителя, то что бы ему не умереть, наконец, исполнилось. Это уникальный случай в истории мира, потому что люди обычно не так умирают. Если вам придется посмотреть на умирающего человека, вы поймете, о чем я говорю и что это значит. Что люди не так умирают. Люди цепляются за жизнь. Люди не готовы к вечности. Люди боятся зайти в вечную жизнь, потому что у них в душе не все хорошо, и они боятся Бога. А Симеон не боялся. Подержал на руках Иисуса и пошел из храма умирать с радостью. Поэтому сегодня мы с вами что можем из храма унести? Во-первых, я повторю эту, мне кажется, очень важную мысль. Как Симеон узнал Иисуса без чудес, малыша, бесчудного, так и мы должны с вами знать Господа без всяких чудесных событий. Просто потому, что ты человек, поэтому ты должен знать Бога. Был бы ты кошкой, был бы ты бараном,
Можешь Бога не знать, с тебя не спросится. Но раз ты человек, раз у тебя есть совесть, ум, душа бессмертная, ты должен искать Господа, должен найти Господа и должен поклониться Господу. Это наше отличие. Я прекрасно знаю, что вас сегодня учат не священники и не преподаватели, и не папа с мамой. Вас сегодня учат ТикТок и Фейсбук. Если возьмем яблоко, то бывает так, яблочко снаружи чистое, его разломишь, а там червяк. Как он туда заполз? По черенку. По череночку заползает, прогрызает незаметно, и вроде бы яблочко со всех сторон хорошее, румяное, а ты его укусил, елки-палки, там червяк ползает. Вот такими сердцами червивыми могут быть ваши сердца, друзья мои, потому что вы одетые, сытые, обученные, достаточные, обеспеченные, хорошие люди, живущие в хороших домах, но червяк ползет и в ваши сердца тоже. Это мне хорошо известно, просто потому что я тоже был маленьким когда-то. И я бы хотел, друзья мои, чтобы от вас, чтобы не трогало вас, знаете что? Атеизм, безбожие и цинизм. Что многие из вас в юных годах, еще ничего не зная о жизни, воспитываются современным миром как циники, как люди, которые смеются над всем святым, им ничего не интересно, и все смешно. Ничего не дорого, и все смешно. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, это смешно, на все плевать, ничем не дорожу, ничего не заработал, ничем не дорожу, над всем смеюсь и на все плюю. Это может быть такое у вас, благодаря телефону, благодаря гаджету, благодаря ТикТоку там этому, или там Фейсбуку, или там Инстаграму, или чему-нибудь еще. Эй-эй-эй, внимание, жизнь быстро пролетает, и кто умрет раньше, никто не знает. Старичок, которому 80, или малолетка, которому 14, никто не знает, кого раньше будем хоронить. Бойтесь Бога, Бога бойтесь и заповеди его храните. В этом все для человека. Так Соломон пишет, Соломон знал, что говорит. Ведь веселись, юноша, ходи по путям сердца твоего, но знай, что в конце концов Бог приведет тебя на суд. Мы все будем стоять на Божьем суде. Поэтому чем раньше ты испугаешься Бога и захочешь Богу поклониться, тем мудрее ты будешь. Начало премудрости – страх Господень. Не балуйтесь в атеизм. Не балуйтесь в цинизм, не балуйтесь в это всемирное такое хохотливое, такое безбожие, такое ха-ха-ха, хи-хи-хи, нет никаких святынь, все ха-ха, все хи-хи, нет, не все ха-ха, смерть не ха-ха, болезнь не ха-ха, страшный суд не ха-ха, там нет никакого ха-ха. И чем раньше ты это поймешь, тем мудрее ты будешь. Начало премудрости – страх Господень. Поэтому я прошу вас, чтобы быть атеистом, ума не надо. Чтобы отвергать церковь, ума не надо. Вот чтобы любить церковь, нужно и знания исторические, и знания географические, и знания духовные, философские. И чтобы любить церковь Божию, нужно усилия совершить, нужно в голове что-то иметь, кроме анекдотов. Для того, чтобы верить в Бога и молиться Богу, нужно книжку читать и думать об этом, и напрягать свое сердце, что в безбожии нету таланта. Безбожники – это дешевки, это неталантливые люди, это балаболы, пустобрехи, это пустые надутые шарики, которые только иголочкой к ним коснись, он пах, и нету его, это мыльные пузыри. А вот чтобы верить в Бога, нужно иметь и силу духа, и совесть, и веру, и знания. Чем больше знания, тем больше веры. Поэтому в сегодняшний день я бы вас очень просил, что вас гонят в храм, понимаете, как этих, как овец. Гонят, вы не хотите, там, значит, ой, можно я не пойду, а что там буду делать, там, и в храме пришел, и стоит там, эти, подпирает стены, думает, когда это все закончится. Эй, слушайте, будет такой день у вас, у каждого, только в разное время, кому-то раньше, кому-то позже, когда вы все скажете, может, у кого-то будет седая голова, может, кто-то уже стариком будет, а может, это будет через год у кого-нибудь. Скажешь, Боже, что же я за дурак такой, меня просто вот тащили в церковь, а я не ходил, мне просто вот на блюдечки принесли, а я не ел. Да мне просто вот книжку раскрыли, прям носом тыкнули, а я не читал. Мне же дали все, а я не знаю. Что же за дурак такой? Я все пропустил. Такое будет у вас, у всех будет. У тех, которые не хотят идти в храм. А почему не хотят? Потому что веры нет. А почему ее нет? Потому что ваши мозги уже заперлись в гаджеты, как червяк в яблоко, залезли туда. И ваши мозги не здесь. И не в школе, и не дома. Ваши мозги в ТикТоке. Ваши мозги в анекдотах, в фейсбуках и в смешных видушках. Хорошо еще только в смешных. Хорошо, чтобы не в порнухе, а просто в смешных хохотульках разных. Потому что вы уже с детства можете развратиться, ребятушки. Именно вы, потому что телефон проклятый, понимаете, он развращает человека. Гаджеты, это оружие массового уничтожения.
уничтожаются ваши мозги и совесть. Это опаснейшая вещь. Поэтому я бы хотел, чтобы вы шли сюда, как Симеон. Симеону Дух Святой сказал: иди, там Иисус. И Симеон пошел на старых ногах, слепыми глазами. Пошел, бедный старик, уже прожил там больше сотни лет. Пошел, потому что там Иисус, там истина, там спасение, там жизнь. Пошел и пришел. И вы тоже, когда скажете: у нас следующая служба будет тогда-то. Скажете: ой, опять служба такая. Нет, стоп. Хорошо, служба, ладно, все нормально. Пойдем помолимся, послушаем, что читают, что поют. Принесем Богу покаяние, принесем Богу хвалу, прославим Господа. Помолимся, чтобы защищал нас, чтобы хранил меня и детей, родителей моих, там, братьев, сестер, сродников моих. Чтобы упокоил моих покойных сродников, если у кого есть. В общем, любите церковь. Симеон и Бога любил, и чудес не хотел, и смерти не боялся. И мы должны и Бога любить, и к Иисусу приходить в храм Божий. И в конце концов так хорошо жить, чтобы день смерти был днем нашего праздника. Вот задача какая красивая. Давайте сделаем так, чтобы наша жизнь была такая красивая, такая легкая, такая молитвенная, такая радостная, чтобы день нашей смерти был днем нашего праздника. Чтобы мы, фух, улетели, как птичка из гнезда, из клетки. Клетку открыли, пиш, она полетела и чирикает там под небесами, и веселится. Чтобы, вот надо так прожить, надо так прожить. Симеон, у него получилось. Почему у нас нет? У нас почти никого такого нет. Старших людей спрашиваю: видели, как умирают люди? Видели. И как они умирают? Плохо они умирают. Мечутся по кровати справа налево, хрипят, в бред впадают, там умирать не хотят. За жизнь цепляются, прям вот цепляются. А чего тут цепляться? Уже все. Все закончилось уже. Уже надо вперед. Не могут, не хотят вперед идти. Страх есть, веры нет. Все, агония. Почему так? Потому что люди очень несерьезно относятся к вере, и к покаянию, и к молитве. А у вас, любимые, все создано для того, чтобы вы были Божьи люди. Не развратники малолетние, не хохотунчики бессмысленные, болванчики-хохотунчики, не дурачки такие вот, такие, которые только ерундой занимаются, и ничего серьезного в голове у них не держится. Все сделано для того, чтобы вы были серьезные, умные, образованные, сильные, духом сильные, прекрасные люди, настоящие русские православные мужики, там, девушки, барышни, чтобы были достойные, сильные, серьезные, умные, верующие. Пожалуйста, не пропускайте это очень важно все. Потом будет очень жалко, что годы прошли, я все упустил. А можно ж было, а я не взял. Зря не взял. Молитвами Симеона праведного желаю себе, дураку, и вам, благословенным людям, чтобы мы имели крепкую веру в Иисуса Христа, который есть свет в откровении языков и слава людей своих Израиля. И чтобы вера наша была такая сильная, чтобы нам для нее не нужно было чудес даже никаких. Никаких чудес не надо. Я и так верю в Христа. И чтобы мы верили не в болезни, не в голоде, не в войне, не в страдании, а вот сегодня верили, когда мы сыты, здоровы и все нам хорошо. Вот тогда-то эта вера имеет цену. Как один немецкий проповедник говорил, что есть такая вера висельника, когда человека поймали за преступление, осудили на виселицу, и уже к виселице его тянут, он по дороге там уже и обмочится там от страха, там, и кричит, обычно молитву кричит: «Господи, прости меня! Господи, прости меня!» Говорит, эта вера висельника никакой цены не имеет. Ты верь тогда, когда ты здоров, сыт и все в порядке, а не тогда, когда тебя схватили за шиворот и вешать ведут. Так что вот надо иметь веру Божию, а не веру висельника. Потому что кажется мне, что в большинстве людей именно эта вера висельника живет, а не вера Христова. И пока мы все здоровы, сыты и богаты, мы вообще охамевшие, и Бог нам не нужен. Пока не заболеешь, не постареешь, пока враги не придут за тобой, за душой твоей, с ножами заточенными. Вот тогда начнется молитва, но это уже бывает поздно. Сегодня верьте, и молодые, и старые. Сегодня, я себе это говорю, и ты сегодня, отец Андрей, верь сегодня. Люби сегодня, молись сегодня, хвали Бога сегодня. Завтра неизвестно, что будет. Сегодня Бога моли. Так что уходите из храма Божьего с желанием сюда вернуться. Это вам просто неоценимый подарок. И потом вы все это поймете. Кто-нибудь уже сегодня, кто-то через год, кто-то только в старости. Но поймете все, что это был великий вам подарок. Это важнее всего храм, который у вас под носом, в который нужно ходить с любовью. Благословение Христово да будет на вас молитвами Симеона праведного, Иосифа обручника, Пречистой Девы Марии и Анны пророчицы. Аминь. С праздником, с Богом по домам.